Обещал. В принципе, если бы тут не лазили, то если бы тут не лазили, я бы, конечно, не полез. А так-то я знаю, что. Так, какой тут ты что? Это же и 9, наверное. Чуть не треснулся бы тут. Фигню. Ух ты. Ёбарный. Да тут жить можно. На просеках. Офигеть, блин, то, что там на косу видно, сейчас поднимусь на крышу. Сниму так нормально. Офигенское место. Зря я, конечно, испугался сюда. Тут. Так, походу последний этаж. Лестница еще одна. О, как тут круто. Такие вот. Ух ты, ёкарный. Не знаю, может, нельзя показывать, но гляньте, тут какая штучка. Блин, на крышу надо попасть. Может так? Не заблудиться бы. Да, походу тут крыша есть. Блин, тут ветер, конечно, жуткий. Толчки какие-то. Видимо. Конечно, ветер тут довольно-таки сильный. Классное место, конечно. Но ветер жуткий просто вообще. Может задувать будет. Тут
такое вот озерце. Охренеть, 3 жилета это. Вытяжка. Вот тут вот опасное, конечно, место что-то. Вон оттуда я пришел, вот там вот эта заброшка. Там вот Масленникова. А вот Масленникова вот здесь. Там Шмидта. Теперь ведуха. Обзорная ведуха. Конечно, тут дымка все мешает. Волжский, но его, скорее всего, видно не будет. Короче, если я сюда забрался. Ну, в принципе, можно еще забраться. Но уж коли я сюда забрался. Так, кстати, я сейчас переключился. Так, теперь где тут? Мы остановимся вот тут вот. Там вот протока. Это вот остров такой. Ладно, остров и остров. Это я не знаю, что такое, но интересно, в общем. А это что-то? А, это лодочная станция, где куда мы ездили иногда. Рождественно похоже. Храм, если есть, то... Нет, это не рождественский, наверное. Посмотрите, какая красота. Так. Вот, наверное, рождественский. Да, вот рождественский. Блин, как руки трясутся. Это вот завод рождественский. Аврора плывет. КПС-ка плывет. Вот КПЛ. Номер 601. Вот Окский. Блин, красота. Если бы этого дома не было, то там будет еще. Там город. Вот, короче, это здание. Вот эта лестница здесь находится. Короче, задача следующая вот сюда вот. Я не люблю все сразу делать.
Лучше в следующий раз залезть. Может быть интереснее. Но теперь уже знаю, как тут подниматься. Но здание ужасно. Ужасно. Убитые. Ну, в общем, перекрытие попадали. Очень опасно. Такие сбоку, которые. Но лестница сама такая. Очень прочная, видимо. С запасом было сделано. А эти. Вот эта вот дорога. А эти вот блоки. Вот там вот видно дешманское здание, потому что вот там вот такая пропасть. Я там поначалу чуть не свалился туда. В принципе, это все, скорее всего, снесут в скором времени. А такого вот видео я не находил. Может, у кого какие-то каналы такие малоизвестные есть видео.